Пенсионный фонд будет доплачивать за детей. В настоящее время производится перерасчет пенсий, назначенных до 2015 года, с учетом замены трудового стажа периодами ухода за ребенком. Перерасчет носит заявительный характер, и, как правило, он выгоден тем, кто получает небольшую пенсию от 8 до 10 тысяч, у кого небольшая зарплата отношением меньше, чем 1,2, тем, у кого двое и более детей. Не нужно приходить получателям досрочных пенсий, потому что педагоги и медики при исключении периода ухода из стажа потеряют право на свою пенсию. По закону одному из родителей в страховой стаж включаются периоды ухода за каждым ребенком до 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности. Также в стаж может быть включен период ухода за ребенком-инвалидом, если этот период не засчитан другому родителю при установлении ему страховой пенсии.